тайны фонда SCP, бесконечная генерация уровней, интересные квесты — все это есть в игре на Android The Lost Signal SCP, которую пилю я сам, когда не пилю видео на этот канал. Качайте игру, играйте в игру. Я говорю так не потому, что это поддержит этот канал. Ваша участь загробной жизни определится. Ссылка в описании. Всем привет! Что больше всего хочет настоящий фанат вселенной SCP? Ну, кроме того, чтобы вступить в сам фонд или стащить какую-нибудь очень полезную для жизни аномалию. Настоящий фанат SCP хочет крутой сериал по своей любимой вселенной. Из регулярно выходящего на данный момент у нас есть мультфильм Лорда Банга «Confinement», что можно перевести как «изоляция». В комментариях к прошлому видео по сериалам SCP вы упоминали о нем много раз, так что вот и он. Автор этого шоу поначалу рисовал мульты с каким-то своим сюжетом, но приобрел популярность только когда начал делать объекты SCP. Я нашел несколько интервью с автором. Похоже, чел просто делает мульты про те объекты, про которые его просят, и не особо заморачивается с сюжетом, показывая зрителю забавные ситуации. Такую черную комедию с SCP-аномалиями. People don't understand really about corn is that you don't just grow corn, you grow with corn. Now, as a corn farmer, or as some people like to call me, shepherd of the shuck. Там даже кукурузный проповедник есть. Концепция этого сериала довольно простая. Есть сотрудник класса D, который не может умереть, и все время возрождается после убийства. И поэтому фонд отправляет его к разным смертоносным SCP, чтобы посмотреть, что будет. Почти весь юмор этого сериала связан с ситуациями, которые возникают по пути. You won't have my babies. Okay, you can have one baby. No. Это все очень здорово и круто, но все же не совсем то. Хотелось бы триллера или хоррора по SCP с атмосферой секретных материалов и лавкрафтовскими ужасами в придачу. Есть еще серия видео с канала TatStop Video про вопросы разным объектам. Is this really necessary? Send them in. Там показываются несложные сцены опроса разных SCP в мрачной атмосфере фонда без каких-то особо сложных сюжетов. Но это все анимация с незамысловатыми историями. А где же персонажи, интриги, сюжет в конце концов? SCP — это же не только монстры или опасные вещи. Это целые истории, тянущиеся через столетия. На мой взгляд, ближе всего к тому, чтобы рассказать эти истории, подобрались вот эти ребята. И объекты представляют собой значительную угрозу для глобальной безопасности. Нам говорили, что все, что мы делаем, на благо человечества. Наденьте очки, приступите к испытанию. Это канал ЗАП. В прошлом видео про сериалы SCP я уже говорил о нем. Кто не знает, о чем речь, посмотрите. В этом видео я хочу рассказать главную вещь. Автор этого канала решился-таки на это дело, на создание большого сериала по SCP. Почему SCP? Ну, наш первый фильм вообще, вот, который назывался Renovation, он был в жанре мистический триллер. И на самом деле очень понравился почему-то этот жанр, не знаю, какой такой... поклонник разных жанров, но вот секретный материал и все в таком духе, что-то вот очень-очень нравится. Трехмерная и двухмерная анимация — это, конечно, хорошо, но с современными технологиями мульты или, например, несложные мобильные игры может сидеть и делать один человек. Тот же Lord Bang один дома сидит и рисует. Или вот я сижу, игру тоже делаю. То есть затраты на такое творчество равны той сумме, которая нужна, чтобы просто не бросить это дело в пользу сидения в офисе или там работы на заводе. Другое дело — полноценный сериал. Он требует больших трудозатрат, финансирования и, самое главное, мотивации. Не удалось снять в полной мере вообще, как хотелось бы. Просто нет такого бюджета и таких возможностей, чтобы реально снять и показать это именно так, как хотелось бы, как описано в статьях.
Заб занимается созданием видеопроектов профессионально и в один прекрасный день решил сделать целый новый сериал по нашей любимой вселенной. От серии к серии виден огромный прогресс и в эффектах, и в подаче. А в четвертой серии, в мини-эпизоде, слегка изменилась и вся стилистика. Пустые забытые окраины. Я стал видеть их все чаще. Мне приходится. Я знаю про тебя. Я могу помочь. Старый вокзал в полночь. Этот эпизод визуально подобен такому живому комиксу, что смотрится довольно круто. И вы знаете что? Лично я бы хотел увидеть продолжение. Кстати, я не совсем понимаю, почему бы ребятам не начать сбор средств на Кикстартере, например. Думаю, с таким внушительным материалом они быстро соберут нужную сумму для продолжения сериала. В общем, будем следить за творчеством Запа и по возможности помогать лайками, просмотрами и комментариями. Ссылки на его канал, а также на другие упомянутые каналы есть в описании. Так, а что тут еще интересного есть? О, вот еще что-то нашлось. Уже несколько серий выходит регулярно. А, ну ладно. Вот, наверное, и все, что у нас есть по сериалам SCP. Хотя, если знаете еще что-то, пишите в комментариях. Всем пока!